Да. Смотри сюда внимательно. Ты же будущий министр иностранных дел. Смотри сюда внимательно. Видишь там какая цифра? Сколько? Один. Я перевернул. Сколько? Два. Я перевернул. Сколько? Один. Я перевернул. Два. Я перевернул. Один. Держи мои пальцы, чтобы я не обманывал. Держи. Переворачиваем вместе. И что? А, сливай. Шесть. А чего так? Ты же пальцы мои держишь. Как так получилось? Что я, а? Ну, как? Ну, посмотри туда. Вот как оно делает. А ты, елки-палки. Ты же министром будешь. Ты должен такие простые вещи знать. С такими фокусниками я не буду иметь дело. Да, ты думаешь. Это же такая вещь. Прямо на твоих глазах, прямо под твоим контролем я поменял хитрый и ногу на другой. Это хитрый кубик какой-то. Никакой не хитрый, посмотри. Обычный кубик. Настоящий. Да, вот видишь. Ты контролировал, когда я делал? Контролировал. Контролировал, да. И все равно получилось, да? Ладно, я тебе сейчас покажу другое. Привет, друзья. Я, по-моему, понял, как ты делаешь. Ну да, да, думай. Теперь ты будешь думать тысячу лет. Знаешь почему? То, что это разорвало все шаблоны, застряло в голове, спать ты будешь, шнурки на ботинках завязывать, галстук надевать, ты все время будешь подсознательно решать этот вопрос. Потому что я создал у тебя доминанту подсознательную. И это будет тебя все, вот разрыв шаблонов. Они вводят человека в транс. А я тебя потом научу, как этим пользоваться, не кубиком, не фокусами. А вообще, как можно в любой беседе во время переговоров двумя-тремя словами разорвать у человека шаблоны, и он будет в трансе, и он будет тебя слушать дальше автоматически. Это я обучаю людей, которые ведут переговоры. Без всяких фокусов. Это я специальная технология. Ты будешь этим владеть, и ты тогда задружишь все народы между собой. Да, это будет прекрасно. До встречи, друзья.